Доброе утро всем. Сегодня праздник, Красная Горка. Мы, как всегда, на нашем пятачке. С моего балкона вот это видно дерево и вот это. Как видите, ни одной живой души на улице. Ни детей, ни собак, вообще никого. Хотя время уже такое, знаете, 11 час. На крышах все, на крышах, да. И дети, и все на свете. Сейчас вот прогуляюсь, потом пойду зарядку делать, как всегда. И сегодня мы будем жарить ля барбакова, то есть барбекю. Вчера муж такой говорит: так, завтра что будем жарить на барбекю? Я говорю: в смысле, мы опять завтра будем делать барбекю? Он такой: ну да, как каждое воскресенье. Раньше у нас была традиция по воскресеньям ездить в бары за тапа-тапом, пить пиво. А теперь у нас... Надо позвонить ему, чтобы он бутылку вина поставил в холодильник. А теперь делать барбекю. Так что вот так. Знаете, вчера так обрадовалась, что можно будет спортом заниматься. А потом так подумала, думаю, интересно, на каком расстоянии. Потому что если мне разрешат, ну не мне, а вообще разрешат за километр от дома, то в километре от дома я куда побегу? У нас тут в километре от дома только дома. Нет никаких... Нет, то есть бегать можно будет только по улицам, что ли, я не пойму, или как. Ну ладно, будем ждать субботы и посмотрим, что почем и как. Даже не субботы, а вторника. Сказали, во вторник скажут там. Ну, во вторник предположительно скажут, что и как, а тогда ближе к субботе уже. Потому что надо посмотреть эту неделю, как будет развиваться вирус. Вот с течением, что детей... Может, с детьми можно гулять. Но пока, смотрите, никого, никаких детей нет, ничего нет. Ну и вот мы с родственниками разговаривали, они говорят: с какими детьми гулять мы не пойдем. Нафиг надо, взрослые не хотят, потому что и что им делать? Вот так вот ходить, как я хоть с собакой. А маленьким тоже неинтересно. Так, если, может, на 10 минут и выйдут. Но сказали родственники, что они никуда выходить не собираются. Вот. Чарли свои дела делает. Пойду убирать. Вот так вот кружок дам. И все. И прогулка закончена. У нас тут праздник. Праздник нам приходит. А я ключи дома забыла. Бывает. Блин, сейчас, а вдруг он наверху и не услышит меня. Вот будет прикол дня. Буду звонить по телефону. Потому что что-то тут выходит, что ли, не видно. Ой, буду ждать, чтобы мне открыли. Вышла без теле, без ключей и пошла. Такая деловая. О. Открыли, надо же. Надо же. Я! Впустили домой. Тянет, побежал, бегом, бежал. Ветер какой-то сегодня прям такой холодный. Вот, кстати, я когда гуляла, увидела детей, и вы знаете, мне так жалко стало нас всех. Смотришь, они в этих намордниках идут, маленькие такие, тащатся за своим папой. В основном почему-то папы гуляли с детьми. Вот, такие бедные, несчастные, такие, не знаю, мне так нас жалко, даже прям хоть это, хоть поплакай вообще. Дожили до ситуации, что, блин... Это вот, это у нас было мясо, я достала. Я вот такие купила 3 колбаски куриные. Эти, как это ребрышки маринованные. 2 вот таких куриных шашлычка. У нас вот тут вот прям за поворотом, оказывается, я никуда никогда не ходила раньше. Ну как, до карантина я в этот магазин 1 раз ходила, на карантине 2 раза. Вот вчера буквально, когда с работы приехала, вспомнила, что муж сказал, хочет барбекю. И я говорю: зайду, посмотрю, что там. Он магазин маленький, знаете, вот как деревенский, мне чем-то напоминает. Но там все так вкусно, конечно, он не дешевый этот магазин, немножко дороговато. Но у него что там так не, только нету. Там даже у него есть эти блины с сыром, вот с ветчиной, вот такие вот, представляете? Какая-то горчица, три травы, в общем, всего-всего, какие-то деликатесы. И вот
полуфабрикаты вот такие вот, они все сами делают. То есть им приносят прям мясо. Я видела, как им, когда у Чарли гуляла, тушки прям мясо привозят, специальные такие холодильные машины. И вот они сами все это делают. Так что все очень вкусно. И я вот прям как раз мимо проезжала, потому что один на нашей улице и разрогатился. Я не могла заехать на свою улицу. Пришлось поехать через другую улицу и как раз вспомнила. Думаю, надо зайти. А, еще я у него там лавашки вот такие купила, такие классные. Так, а где они? Лавашики. Такие они здоровские. А, вот они. Они маленькие, потому что я покупаю большие. А эти вот, смотрите, какие они маленькие. Вот, прям как раз на один зубок. А те вот, которые в обычном магазине, они очень здоровые. Да, блин, как что-нибудь, если положишь, то это у меня, говорю, такой обед. А не завтрак. Так что вот так вот. Ой, надо бутылочку вина положить в холодильник. Так что вот такие вот дела у нас, планы. Сегодня салат вот такой, помидоры, лук. У меня вот такая икра в масле была. Прям вот это соленая икра, кусочки соленой икры. Не знаю, какой здесь, два вида. Как-то раз покупала, очень вкусные, кстати. Надо еще купить. Мне вот именно для салатов очень понравилось. Посолила, налила уксус виноградный. И вот масло с этой икры. Очень вкусно вот такой вот салатик. Можно еще оливки добавить. Но я думаю, что он без оливок будет шикарный. И сейчас пойдем жарить. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Я косточки вот так порезала, чтобы они побыстрее сделались. А вот куриный шашлычок уже почти готов. Вкусняшка. Такая у нас вкусняшка. Всем приятного аппетита. Чарли тут первый. Но на очереди. Выпила вина, вот это вот мы пьем, не помню какое. Ну, оно как такое, господи, как шампанское сладкое, полусладкое. Там 5,5 градусов. И знаете, такая слабость, прям вообще ноги отказываются ходить, что-то делать вообще, прям аж в пот ударило. Во, блин, что значит, ну, вот это вот так вот выпила. Пипец. Вместо пива. У меня там как раз машинка постиралась. Но я специально поставила так, чтобы она... Когда мы с барбекю закончим, и можно будет белье вывесить. Иначе бы воняло все дымом. Кстати, сегодня... А, ну ветерок, наверное. Что-то никто не делает. Барбекю. Нажрался? А? Нажрался? Всегда мясо покупаю на троих. Но у меня еще осталось мясо на завтра. Так что завтра еще буду доедать. Потому что у нас же третий есть. Как ему не дать, да? Облизывается тут, пришел. Ой, ой, как вкусно ему. Вкусно было? Вкусно? Что тебе больше всего понравилось? Косточки? Мы косточки не даем, мясо только даем. Он у меня косточки, знаете, никакие не ест. Даже если он и поест, он потом их обратно... Не знаю, почему, видимо, такой вот нежный весь, что косточки у него не перевариваются. Поэтому приходится давать только мякоть. Мякоть самую вкусняшку, да. Конечно, а как же, это же наш член семьи, это мой сыночек, сынуля моя, сладкая такая рыбка. Я буду сериал смотреть «Кул Центр» и грызть семечки. Мой отдых. Сегодня воскресенье, в конце-то концов.
Не могу не поделиться с вами радостной новостью. Прям вот с пылу с жару, как говорится, смотрела сейчас телевизор. И у нас очень резко упала смертность от коронавируса. Ой, я так рада. Представляете, никогда бы не думала, что буду этому радоваться. В общем, почти на 100 человек меньше, чем вчера. 288 человек всего. Представляете, как бы это ни печально было, умерло, да, 288, но это когда было 800-900 человек. Всего лишь 288, на 100 меньше, чем вчера. Это не может не радовать и дает только надежду на то, что скоро все это закончится. Или даже, по крайней мере, будет контролироваться. Контролироваться и, ну, как, знаете, многие же говорят, от гриппа тоже умирают, болеют и что, вот. А главная проблема этого вируса была в том, что очень большая заражаемость и не смертность, а заражаемость. И от того, что все зараженные потоком неслись в больницы, была загруженность в больницах. Опять говорят, знаете, некоторые, у нас в больнице все там пусто, у нас в больнице тоже пусто, потому что мы не находимся в центре очага. Центр, как говорится, больше всего зараженных — это Барселона, Мадрид и Кастилья-Ла-Манча. Она находится рядом с Мадридом. Поэтому у нас, да, тихо. И вот чтобы у нас не стало так же, как в Мадриде и в Барселоне, сделали этот карантин. И почему его нужно соблюдать всем? Потому что кто-то из Барселоны сейчас к нам приедет или из Мадрида. И один человек раньше, вот знаете, когда начиналась эта эпидемия, один человек заражал 30 человек. Представляете, 1-30 человек. Сегодня же я слышала по телевизору, что сейчас, когда мы сидим на карантине, один человек заражает 0 с чем-то там. То есть один человек даже не заражает ни одного человека. Но это все благодаря только тому, что мы сидим дома. Если бы мы также шатались друг с другом, общались, целовались. Испанцы очень любят целоваться при встрече. Для них вот это вот обходить друг друга, это вообще неприемлемо было. Потому что они очень дружелюбные, они обниматься, целоваться для них, это... Я не знаю, сейчас их этого лишили, и все нормально ходят. В общем, я рада. Так что будем держать кулачки. И прям вот каждый постоянно говорят, что с 2 мая смогут выйти уже все остальные люди гулять. Как всегда, 8. Сегодня еще была минута молчания. Но я пропустила. Ну что, я покрасилась. Прям только вот тут вот, прям макушку не прокрасила. Почему, не знаю. Но оно незаметно, я потом еще буду тон наносить. Поэтому это просто я даже не покрасилась, а обесцветилась. Я вчера, кстати, приготовила киви, так его и не съела. Забыла. Ха, бывает такое. Так что доем сейчас. Буду с вами прощаться до завтра. На завтра кое-какие планы есть. Так что не забыли все, подписываемся, ставим пальчики вверх, на колокольчик нажимаем, чтобы приходили оповещания. Мой царь сидит уже, ждет свою чучу вечернюю. Вот. А что-то длинный день такой у меня сегодня был. Ладно. Посмотрим, что завтра нам день принесет. Так что всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.